Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним задание на полях, страница 42. В этом задании мы должны сравнить первую группу фигур и вторую группу фигур. Давайте посмотрим на первую группу фигур. Что мы здесь видим? Здесь изображены ломаные. Сколько звеньев у этих ломаных? Одно, второе, третье, четвертое. Четыре звена. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. 5 звеньев. То здесь мы видим ломаные, состоящие из 4 и 5 звеньев, которые не являются замкнутыми. Посмотрим на фигуры второй группы. Здесь мы также видим ломаные. Первая ломаная состоит 1, 2, 3, 4 из 5 звеньев. Вторая ломаная 1, 2, 3 из 4 звеньев. То есть, так же, как и в первой группе, количество звеньев одинаковое – 4 и 5. Но данные ломаные являются замкнутыми. Итак, общее между данными группами фигур – то, что они содержат одинаковое количество звеньев, а различаются эти фигуры тем, что первая группа – это незамкнутые ломаные, а вторая группа – это замкнутые ломаные. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.